на мой взгляд, самое важное, когда дети годами, если это русские дети, они годами живут в другой стране, в окружении, скажем так, другой культуры, других традиций. Конечно, замечательно, когда они именно русская школа эти традиции им прививает, они не забывают. Это же все очень для воспитания личности, для ребенка это же все очень важно. Русские писатели, русские поэты, русские художники, русские мыслители. Это все важно, чтобы ребенок, даже если он постоянно живет в Турции, в другой стране, все равно его, все его корни из России. И хорошо, когда преподаватели, учителя делают все возможное и невозможное для того, чтобы он, даже живя, так сказать, далеко от своей, так сказать, исторической родины, все равно он все это знал, понимал, помнил и не забывал.